Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру TS5 Skyrim Remastered. Так, ладно, в прошлой серии мы победили того самого дракона, который уничтожил ту самую крепость, из которой мы бежали. И, короче, мы его уничтожили в битве вот за ту башню, вот эту вот. После битвы из дракона к нам перенеслась какая-то херня. Что-то самая херня делает, я как-то не особо понимаю. Я понял, что если мы нажмем сюда вот, и вроде на Z, или на X. Куда нажать-то? Ну-ка, в настройках я уже забыл уже. Мне какая-то херотень перенеслась от дракона этого самого. И теперь я могу как-то кричать и что-то делать. Вот, крик талант Z. А, нажимаю на Z, вот что получается. Вот так вот. Местный руководитель, король, сказал, что иди куда-то вот за эту гору, как я понял. Там за этой горой есть какой-то монастырь, в котором, в этом самом монастыре, нас научат обращаться больше, лучше обращаться как с этим навыком. Ну что ж, давайте пойдем спросим, что и как, что от нас требуется. Сохранение сделали, пошли. Может, я вас сейчас возьму, то крикну, и все, избушка вся эта завалится, развалится все. Ну или вообще вся крепости. Не будет крепости уже у короля. Так что да, навык будет полезным, если я так умею, если я так сумею сделать. Нам нужно вот сюда, получается, идти, да? Вопрос, как конкретно как пройти нужно? Карта особо не помогает. Она рельефная, 3D-шная. Ну, как я понимаю, нам нужно сначала дойти до камня ритуала. Сначала до камня дойдем. А там уже будем думать. Так, здрасте. О, навык повысился. О, новый уровень. Новый уровень поможет нам. Так, качай нас дома. Ай. На магию, наверное, да? И здоровье, магия. Давай в здоровье. И еще. Получается, нам двуручное оружие. Ты пока не мо. Мы не можем пока, да? Варвар тут не получается. 30-ник требуется. Здесь атаки секира. Я не ношу секиру. Я ношу меч нормальный. Силовые атаки двуручным оружием расходуют на 25% меньше сил. Понятно. Тут у нас глубокие раны. Критический урон может нам нанести. Это боевой молот какой-то.
Так, понятно, есть какой-нибудь тут это... По броне. О, восстановление. Расходует вдвое меньше магии. Вдвое, я хочу сказать, вдвое. То есть я сначала вот столько, ты в полтора раза больше буду, получается, да? В теории. В теории так должно получиться. Примерно нажмут, найдут лечение это. Ну да, вообще медленно все стало убираться. Вообще медленно. Так. Не-не, здесь я вряд ли пройду. Мне тут нужно через горы идти тогда. Напрямую. А нам напрямую не надо. Нам нужно мимо пройти. Так, чтобы это что такое? Тут какая-то пещерка. Вот здесь, прямо рядом. Так, здрасте. Иди ты. Но, чё. Нападай. Косой ты какой-то. Бандит. Бандит какой-то косой. Записка для Родульфа. Возьми, пригодится. Золото возьми. И все, остальное оставь. Сохранились. Бандит какой-то криворукий. О, еще стреляет. Да пожалуйста. А тебя толку мало. Прощайте. Со мной он тут, видите, сразиться решил. Давай лечение. А? Еще лечиться или лечиться можно было. Так, вино, деньги, стрелы. И все получается. Капуста еще. Ой, возьми все. Все бери. Так, мешок, помидорки. Да больше тут ничего нету. Притечная застава. Зачем она нужна, вообще непонятно. Так, пещерка. Давайте зайдем, посмотрим, что там внутри и что там происходит. Так, тут друг, враг. Нет. Да, нет, чё? Да, наверное. Старшой тебя искал. Сказал, что будет на вершине. Лучше не заставляй его ждать. Окей, я понял. Слепого брать не надо. Я вот книгу почитаю только. Ау! Книга какая-то пустая. Не-не, я не буду. Лук, борей. Вино. Пиво. Тут бандиты, что ли, прячутся, да? Наверное. Давайте повоюем. О, начинается. Блин. Лечение срочно. Срочное лечение. Да,
Да, не получилось нам лечение. Два сразу пламя. Искры два лучища. Ой, лечение лучше. Да выйди где-нибудь. Так, восстановились. Бери луки, пошли. А еще можно искры. Так, теперь медь, меч. Иди нахрен. Все, ты готов уже. Да-да, сейчас будет. Ты бандит. Сейчас полечусь немного, окей? Видишь, как больше здоровья стал восстанавливать? Очень много. Чего тут прячетесь? Иди ты нахрен. Сейчас быстро на лечение схожу, окей? Да иди ты нахрен. Слышь? Да блин, слишком уж опасный. Слишком уж хорошо этой огнем владеет. Не для меня. Так, блин, ушли, сохранились еще. На. Все, не будешь ты мне больше тут говорить, что можно, что нельзя. Золото, отмычка, броня. Так, все, быстро на лечение. А раньше бы не дошло бы. Не сумели бы восстановиться быстро. Так, пирог и бриллиант. Пирог и бриллиант. Сказка, наверное, местная, да? Все, бери. Спать можно. Пивная кружка. Золото. Богатая одежда. Не то. Пошли дальше. О, кролики. Опять все паутина тут заросло. Опять пауки, да? Путеводитель. Так, надежда Редорана.
Читаем, 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 читаем. Ну и все вроде. Пошли дальше. Зелье воина какое-то. Лаборатория алхимическая. Так, а конкретно что здесь можно сделать? Ау! Ну, допустим, я хочу добавим, давай, хвост злокрыса. Соль. И вот так, и вот так вот. А, все, больше не могу, да? Тьфу ты. Да уйди ты. Там, наверное, какие-то инструкции должны быть, да? По изготовлению. У нас инструкции нету. Железный шлем. Класс брони 17. Скажи, пожалуйста, у меня сейчас какой шлем? 12. Так, бери, бери, бери. Пригодится. Мне это очень сильно пригодится. Просто возьми. Так, одежда, одежда. Было 12, стало 17. На пятерочку увеличили. Все возьми, может, прочитаешь как-нибудь. О, здрасте. Так, все, быстро лечение. Просто уходи, просто отошли. О! Сохранились. Да, блин, возьми меч. Да бей его нахрен. Тоже он тут думает. О чем тут подумает, что он меня может? Возьми гранат какой-то. Золото. Отмычки. Наручи возьми, пригодятся. Стрелы. И все, наверное, да? Ну-ка, у нас наручи стоят. Одежда. Наручи, наручи, наручи требуются. Требуются наручи. В смысле, а блин, а что я не взял, что наручи эти? Взял. А где они находятся, эти наручи? Амулет здесь, перчатки здесь, шлем здесь, броня, сапоги, легкий шлем, стальная броня. А, вот они. А, не это. Не, конечно, возьми там это вот. Навык улучшения оружия и брони увеличивается на 12. Конечно, возьми. Так, кстати, лечение. Да умри там уже.
Да, и... еще лечение требуется. Требуется еще лечение. Ой! Убежал. Так, меч бери. Бери меч. Сейчас, сейчас разберемся, разберемся. Все, готов. Берем золото, отмычки там. Стрелы. И у этого то же самое заберем сейчас. Что он тут? Мое добро прячет. Так, стрелы. А сколько у меня стрел, интересно, уже? Ну-ка, лук возьми. Много, наверное, да? А вот ничего интересного. А, мы и этот чел. Давайте этот попробуем использовать. Попробуем крик использовать. Может, это... реально хорошая вещь будет. А мы не пользуемся этим. Надо попробовать. Это вдруг хорошая вещь окажется. А? Куда-то вышли. Вылезли. И вылезли мы где-то, где-то. Так, здрасте. Харвард, железная рука. О, ни хрена себе, ты здоровье не унес. Ты очень много здоровья унес, ты в курсе? Так нельзя. Ты чего? Да, сложненький противник. Противник-то сложненький, да, получается? Нормально, два удара и все. И хана нам. Ах ты гаденыш, а? Ах ты мерзавец. Так, запрыгни, запрыгни, запрыгни. Так, все, отошли, отошли, отошли. Попробуй попади, а. Хрен попадешь ты. Сохранились. Бери меч. Ой, больно, 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 извините. Еще раз лечение. Так, быстро идем это. В навыки. Да, блин, в навыки быстро. Навыки, навыки, навыки. А, на тап же забыл. На тап. Магия. Вот новый уровень, вот он. Забыл что-то. Что где находится. Давай на магию качать. Восстановление. И что у нас тут? Лечебные заклинания также восстанавливают запас сил. Не надо. Не надо. Любые заклинания на 50% более эффективны. В каком смысле более эффективны? Лечебные заклинания это как?
То есть я вот это и есть заклинание, то, что я делаю, или это не то? Так, ты все учи. Так, сначала давайте сохранимся. Да блин, не туда не нажимаю. Навыки, восстановление и посмотрим. Сначала посмотрим. Если получится, значит получится. Так, давай мне мечи. Я убежал, что ли, да? Ай-яй-яй, куда убегаешь? Ай ты, гаденыш. Ау, что-то тебе там лук какой-то слишком сильный. Тебе не кажется, а? Так, все, отходим. Отходим. Тихо. На лечение срочно. Срочно на лечение. Так, сохранились. Да блин, попал еще, гаденыш. Все, отошли. Лечение давай. С ним разбираться стало совсем маленечко. Да блин, куда ты убежал-то, а? Дурень. Взял, убежал куда-то. Мы с ним дрались. Нормально. Золото у тебя есть. Ой, что я взял еще. Было уже такое. Лежит и без того уже. Так, предметы. Там мы-то что-то взяли интересное, да? Вот вам и записка эта. А чё я взял-то? Свиток огненный шар. Ужасный зомби. Это у меня есть. Ай, блин, чё я взял, непонятно. Ну, человек, ты куда там где-то лезешь? Все, прощайте. Так, только не скатывайся.
У тебя есть очень хороший молот. 33. Ну... Вес большой слишком. Перчатки хорошие возьму. Да не в них. Хайвара. Золото. Броня 28. Стрелы. Так, давай посмотрим. Что у меня есть теперь? Одежда. Так, 28, да? А у меня 25, окей, надевай. Так же, так же. А эти стальная броня 34, надевай, значит, зачти ее уже. Так, перчатки из железной руки 14. А эти 11, окей, надевай тоже. Так, на 15% больше урона, да? Это навык оружия, не-не. 12 навыка, 12% опыта, и не так уж слишком уж важно. Доспехи 28 у этого, 34. Ну окей. Одежда. Тебе сброшу это. Я вообще-то хочу это выбросить. А, наверх нажать, наверх. Это. Это я себе оставлю. Так, сбрасывай. Ну все, сохранились. Прошли мы этот уровень. Посмотрели. И пошли дальше, да? Не будем там бегать по этим. Лучше здесь по-быстрому. Попрыгать, попрыгать и уйти. Так, ты сыр возьми, чеснок возьми, это капусту, яблоки. Пригодится все у нас, короче. Ну чё ж, пошли дальше. Здесь бандитов мы немного постреляли, поубивали. Теперь и дальше нужно идти, да? Следующая остановка камни какие-то. Это они? Кто-то был? Мне показалось, или только что... Огненный отрах... Кто? Ну-ка, лечение. Кто такой? Это те еще за... Атронах. Он вообще опасный, а? Да вроде какая-то херотень. Да, скорее, на какая-то очень сильная херотень. И здоровье мне уносит на просто так, а? Ну-ка, лечение. Да. В ближний бой не ввязывается, а так кидает. Ну-ка, бери лук. Сейчас разберемся. Кто такой?
Здоровье помаленечку сносит. Тупой, правда, не может отойти. Сейчас полечимся только, окей? Да, вроде лучше стало лечиться. Вроде лечиться стало лучше. Так, ты не убегай, не убегай. Я помаленечку тебе достреляю. Будешь знать. Надо еще стрельбу прокачивать. Так, ты куда ушел-то? Ау, тупорылый. Чем делать будешь? У меня стрел очень много. Еще сотни есть. Я с тобой сближаться не собираюсь. О, убили. Ну и... Огненная соль, железные стрелы мои. Какой-то ты слабенький. Сильно слабенький. Ближнего боя боится, а... воевать хочет. Иди нахрен. Тоже мне тут. Что ему сделал? Иди нахрен, сказано. Сказано, иди нахрен. Че нападаете? Дьявол, если вы не нападаете, я вас даже не трогаю. Просто мимо пройду. Так, нет, сами берут, нападают. О, где проход к этим камням? Посмотреть хочу. Че? Вы там еще кто такие? Здрасте, скелет. Блин, лучше уйти, лучше уйти, лучше уйти. Лучше не будем беспокоить местных жителей. Да иди нахрен, я уже ушел. Че начинаете? Некромат, новичок. Ты, блин, что, научился тут магии и будешь думать, что это? Все можно, что ли? Бери пламя какое-нибудь. Сейчас сожгем. Ай, уйди нахрен от меня. Лечение давай лучше. Все, теперь бери меч. Я даже знаю, что конкретно против тебя применить. Ты любишь? Ой, иди ж ты какой нехороший. Просто взял, подошел познакомиться, а он мне начал тут убивать уже. Тут что за херотень, не?
Просто взял, хотел познакомиться. Так, бери меч. Некромант, новичок. Так, бери быстрое лечение. Так, теперь искры давай. Сейчас немного накопится. Давай, накапливайся, накапливайся. Искры магии мешают очень сильно. На! Ах ты нагадёныш, умеешь всё-таки воевать магией, да? Немножечко умеет. Ладно, сейчас разберемся вот с этим. А, лучше перезагрузить. Да блин, я только-только вылечился. Бери меч. А где скелет-то? Он же должен где-то здесь находиться. Ну-ка, иди-ка сюда. Разберемся. Что, думал со мной справиться, да? Что охаешь-то? Охреневшая рожа, а? Учится он на мне, да? Магия восстанавливается на 75% быстрее. О, а ты еще и девка. Вот будешь знать. Что нельзя со мной тут так вот разговаривать. Я обидеться могу. Так, сколько до навыка осталось? Способности осталась одна. А, блин, у меня еще одна есть, да? А, блин, я эту ничего не использовал. Ну-ка попробуем теперь, как сильно будет, как сильно изменится. О. Древний нордский лук. Понятно. Скелетоны в игре. Скелетоны. Раз в день благословенные знаков ритуала могут поднять мертвых поблизости и подчинить их своей воле. Не-не-не, отмена. Лучше скажи мне, пожалуйста, где тут пещерка? Она же рядом, получается, да? Да, вот она, мы дошли. Серо-зимная застава, да, посмотрим, что внутри. Так, ну и кто-то там такой? Тролль. О! Тролли опасные? Ну как сказать, да, опасные с двух ударов, но урон наносят быстро.
Сильный, короче. Очень сильный. Так, так, окей. Так, все, убежали быстро. Будем каруселить. Не получилось так быстро. Ну, ничего, давай попробуем еще раз. Не, нам нельзя с ними воевать пока. Воевать с ними нельзя пока. Это очень страшные противники, и особо с ними воевать тут не особо хочется. Один-два удара и все. И капец. Лучше убегаем. Лучше убегаем, так бы дешевле будет. Выбежим где-нибудь на более открытую местность, и там уже будем разбираться. Так, а они за мной не хотят бежать, да? За мной бежать они не хотят. Кстати, смотрите, а он мне это... Лечение эффективнее стало после навыка. То есть я прав оказался. Я оказался прав. Лечение хорошее. Ладно, окей, давайте сохранимся. И побежали дальше. Светлячок. Кости какие-то. Большие. Так, нам куда идти-то нужно? Нам нужно вот вдоль горы идти. Просто вдоль горы. Здравствуйте, волки. Ну и зачем вы это сделали? Вас взяли, самоубились. Даже вдвоем у вас шансов было мало. Я уже более-менее прокачался. Даже втроем у вас шансов мало. У меня хороший меч уже. Много здоровья. Так, а там у нас что за... Дым идет, а? Там тоже какая-то херотень. Вон там вот. И вон там что-то есть. Вон там вот. Тут везде что-то есть. Ну и... Куда мы сейчас попадем? Так, великаны. Вы добрые. Хорошие. Я просто поговорить хочу. Ага, добрые. Очень добрые такие, хорошие. Разговорчивые. Общительные. Ну ладно, окей, допустим. Подойти-то мы подойдем, а вот... Слушай, если я к вам подходить не буду. Не подходить тут не надо. Они, видишь, они сразу это бесятся.
Просто возьмем. Да-да, меня не видят. Видеть меня они хорошо. Ты что, особо они не это. Они не злые особо. Особо они не злые. Но если поближе подойти, то могут уже и по башке стукнуть. Че? А, здорово. А я думал, кто там меня здоровье снес. Сохранились. Это волк, оказывается. Так, ладно, мы обошли гору. Гору мы обошли. Теперь надо как-то туда забраться. Как-то наверх забраться, да, нужно. Это простой козел, опасности не представляет. О, блин, ползают тут по горам этим. Ой, блин, если я упаду, то будет больно. Будет очень сильно неприятно. Ну, все, почти дошел. Надо только понять, как конкретно нам туда забраться. А? Кто-нибудь знает? По дороге, наверное, как-нибудь... Не, блин, вот мост. Хрен его знает, короче, пойдем просто вдоль горы. Может, там где-нибудь дорожка будет. Поставим метку только. Вот, поставили метку. Здравствуйте, люди. Куда я не пойду? Идите отсюда, пока я вам не наваляла. У нее нет шрама. Что? О, ты прав. Мы ошиблись. Иди своей дорогой, пока твой язык не довел тебя до любви. Когда в следующий раз будешь приставать к людям, вначале убедитесь, что не ошиблись. Что вообще происходит? Они приняли меня за какую-то другую элитарку и никак не хотели отвязаться. Надеюсь, они заблудятся в этой глуши. Понятненько. Так, ладно, я нашел какую-то тропу, наверное. Побежали по ней, короче. Она идет наверх, в ту сторону, куда нам требуется почти. Так что как можно выше мы выйдем. Ну и... Что это за место? Гробница Хилгрунда. Понятно, гробница. Зомби, наверное, обед будут, да? Древнее проклятие и так далее. Нет, получается, нам не сюда. Нам сюда не надо. Пока мы идем по нормальному маршруту. Нам нужно просто наверх забраться как-то. Так, водопад. Водопад. Окей, как мне... Понял. Я понял ваш намек.
О, трупак, здорово. Бандит. Так, подожди, какое оружие? Простая стальная булава. И кто тебя убил? Так, надеюсь, ты не упадешь, окей? Ах, какой сюрприз. Надо же. Чего говоришь? Прощай, пока. Взял посредине тут, на таком узком месте, встал. Ум есть, а? У него... Точнее, был он или нет? Так, слушай, здесь мы сможем пройти, да? Такое хорошее место для прохода. Нет, ни хрена, наверное. Прохода здесь, наверное, ни хрена. Не надо, не надо. Стоп, чего? Ой. Ой-ой. Загрузим лучше. Пока не накосячили. Кто? Здорово. Нам что, дальше идти, да? Ох, ни хрена себе, какая луна. Большая, да? Так, ладно, вроде пока идем правильно. Вроде пока все, вот тропинка. Пока тропинка нормально идет. Мы все выше и выше забираемся. Окей, это пока все нормально пока. Заяц бегает. Все правильно идем. Пока идем все правильно. С тропы пока не сворачиваем. Это, наверное, и есть тот самый проход в этот. Проход в монастырь. Ну, сколько там еще? Все выше и выше, если что. Вон тут нам туда идем. Мы как раз по курсу выходим. Как раз по курсу. О, равнины пошли уже. Пошли равнины. Вот где-то здесь пещерка есть. Так. А где пещерка? Я хочу туда посмотреть. Вот на пещерку. Так, сохранились. Тролль. Ну, давай попробуем. А, ты воды боишься, да? Ой, убегаю. Не успели убежать. Убежать не успели. Так, окей.
по-другому попробуем. Так, стой, стой, стой на месте, стой на месте. Гаденыш. Тролль. Стой на месте. Тебе чё, насрать что ли? На то, что ведь я тебя пробиваю. Иди сюда. Да сюда иди, чё ты там горилла такая-то, а? Ой, я понял ваш намёк. Я ваш намёк понял. Сейчас попробую. Пламя. Ау! Я не понимаю юмора. Я юмора не понимаю, почему? Не понял я сейчас. Ну-ка, лук возьми. Обезьяна. Мартышкина сила. Блин, а... Не, с ними нельзя воевать пока. Они какие-то слишком уж неадекватные. Ну, что сюда пошел? Молодец, 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 горилка. Горилка, молодец. Молодец, горилка. Горилла, переросток. Так, лук. Что на месте? Да блин, что ты убегаешь-то постоянно-то? Ой. Блин, как его убить-то, а? Огонь не берется. Во. Гори уже. Мартышкина сила. Ну-ка, если так, попробуйте. Ай, да блин, просто не успеваем. Просто не успеваем и просто отбежать. Ну иди тогда нахрен. Че я с тобой тут ложусь? Возьму тут оленя. Гранат. И пошел нахрен отсюда. Ой, лучше бежать побыстрее. Все, разбирайся сам, окей? Я в одну сторону пойду, ты в другую. Мартышка. Только не думай сюда идти, окей? Иди ты уже, че ты встал-то, дурачок? Мартышка! Да блин, ты мне даже пройти не дашь, да? Он пошел туда, куда мне нужно. Да иди ты, я к тебе вообще сейчас не хочу даже сближаться. С тобой толку ноль. Мартышка, уйди!
Вот и молодец. Разбежались кое-как. Ай, мартышку без догоняет. Мартышка догоняет, получается, да? Да, мартышка догоняет. Все, отстала мартышка. Не-не, догоняет. Здесь еще. Так, подождите-ка, подождите-ка. Мартышка. Ты дальше не можешь, что ли? Да я особо не могу. Смотрите-ка. А он не может. Сохранились пока. А то вдруг что-нибудь нехорошее произойдет, и он возьмет, вырвется как-нибудь. Как-нибудь вырвется, и все. И хана нам. На, что будешь делать? Я бью тебя, бью, а ты ничего не можешь сделать. Слава богу. Но, давай не это. Я просто тебя избиваю. Я просто тебя избиваю. Ау, там у него здоровье, видишь, он очень быстро восстанавливается. Здоровье у него быстро восстанавливается. Так, подожди, новый уровень. На здоровье поставим. Так. Ну-ка, давай поставим на вот сюда вот. Сможешь? Да-да, в курсе, давай сюда вот. И продолжаем пока биться. А, еще маленечко осталось. И... Хорошее место, хорошее. Но и дальше не может пройти. А мы можем его бить. А, блин, хорошая это. Хорошая тренировка. Тренировка хорошая. Нашли место. О, блин, он очень сложно бьется. Если бы не это место, мы его хрен и убили бы. Ну, наконец-то. Все, убили. Молодец какой. Жир тролля и железная стрела мои. Все, спасибо, тролль. Мы с тобой много опыта заработали и... Не, это не интересно. Чё будем качать-то, а? Либо стрельбу, либо... Луки наносят на 20% больше урона. Это хорошо. Нет, это стрелы там какие-то, какая-то слишком уж такая вот. Класс легкой брони увеличивается на 20%. А? Броню, скорее всего, будем качать. Скорее всего, будем качать броню. А? Вылезли. Куда-то вылезли. Что, нам далеко еще бежать, да? Нет, маленечко осталось. Вот совсем чуть-чуть.
За углом уже будет. За углом уже будет. Здорово, козлы. Не боятся меня еще, да? А то бы сейчас мне боданули бы. Тоже бы шашлык бы кушал. А? Айварстед. Это он? Ну да, это он. Тот самый монастырь. Здорово, люди. Люди, вы где? Побеседовать нужно с кое с кем. А откуда мы знаем, куда идти-то нужно, а? В какой дом-то? Мы прям так вот и... идем что-то. Нет, не надо, я просто хочу это. А у меня-то куда идти-то нужно? Так, карта местности. Маркер игрока, текущая локация. Ау! Мне с кем побеседовать нужно? На одну интересную тему. Эта изба точно разрушена полностью. Надо искать самую главную избу. Самая главная изба, самая большая и самая такая отдаленная. Точнее, не отдаленная, она в какой-нибудь возвышенности должна стоять. В теории. В теории это как-то так выглядит. А они тут все такие. Чего, да? Говори быстро. Возвращение Девакина? Кто из нас мог бы оказаться достойным такой чести? Блин, я думал, ты мне скажешь что-нибудь полезное. Иди ты туда, иди туда. Да верно. А он мне просто сказал тут какую-то информацию. Дом Климекса какого-то. Мне-то самому куда идти? Мельница. Еще один стражник. И открыт замок. Ферма Звездот. Ау, где хозяева? Вы не хозяева, вы просто охранники. Это мельница. А мне-то куда идти? Тут дом разрушенный. Туда идти нам бессмысленно. Давайте в таверну зайдем. Это, как я понимаю, бар что-то вроде. Что-то вроде бара. Здорово. У нас тут проходит немного народа. Кроме, конечно, тех, кто идут на высокий кров. На твоем месте. Я хочу снять комнату. Что тебе есть на продаже? Золото, иго. Ага, я только могу пищу и ингредиенты продавать. Так, давай вино продадим, я не бухаю. Это я себе оставлю. А у тебя? Понятно. Я ищу работу, что посоветуешь? Вот, посмотри-ка. Люди Ярла зашли и оставили это объявление. Надо убить главаря бандитов.
колдунов нет дела. Проку от них никакого. Они живут на севере, в Винтерхолде, и пусть там и остаются. Мне не по нраву даже то, что Ярл завел придворного мага. Понял. Говорят про мальчугана из Винхельма, Авентуса Аретина. Он вроде бы сотворил черное таинство и пытается вызвать темное братство. Идиот несчастный. Тоже понял. Седобороды живут уединенно. По-моему, они вообще не выходят... На где этот сам монастырь находится? Это просто деревня, как я понял, да? Почти все они возвращаются. Где находится конкретно монастырь? Что тут еще говорить? Призраки там. Не суйся туда. Послушай, я тамошних духов своими глазами видел. Один на меня так посмотрел. Глазами достал до самой души. К счастью, они от кургана далеко не отходят. Охраняют его, наверное. Само собой, для моего заведения это сплошной убыток. Кто захочет жить рядом с обиталищем привидений? Если ты можешь чем-нибудь помочь, пожалуйста. Понял. Посмотрим. Год или два назад тут проходил один тип по имени Венделиус. Сказал, что он охотник за сокровищами. Я ему сказал, чтобы он туда не совался. Вот как тебе говорю. На следующую ночь на кургане были слышны вопли. Ну и все. Больше мы его не видели. Понятно, значит, задание сложное будет, да? Тебе доводилось бывать в святилище Азура? Говорят, его построили темные эльфы после бегства из Моровинда. Впечатляющее зрелище. Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может изменить твое лицо, заставить тебя выглядеть совершенно иначе. Ты в это веришь? Посмотрим. Ну и все вроде, да? Будешь проходить мимо? Заходи пропустить стаканчик. Окей. Зайдем как-нибудь, посмотрим. Побухаем. Говорю тебе, если бы я мог ее отсюда увезти, я бы сделал это завтра. Но Климнику еще многому нужно научиться. Климник лично справляется. Прислушайся к зову сердца. Когда-нибудь, но не сегодня. Ладно, окей, что у нас есть там? У нас есть какие-то маги, есть какой-то курган. Где-то недалеко, да? Руины Баватфота. Так, курган находится вот здесь, да? Недалеко. Так, а где сам монастырь-то? Мне монастырь нужен. Ау, монастырь. Когда ты и меня вела дорога приключений. Блин. Я думал, я уже пришел. Так, задание. Поговорить с Седобородым. Нужно держать ухо востро. Проклятые драконы могут слушать. Ну, это где-то здесь будет. Ну-ка, а там у нас что будет? Ну-ка, пойдемте. Это просто деревня. От нее толку сейчас никакого. Наверное, монастырь находится чуть дальше, да? Ой, понятно, понятно. Вот какая-то лестница есть. Какая-то лестница.
Наверное, она и ведет в монастырь. Правильно, да? Ну, она где-то вот здесь находится. Мы немного ошиблись, получается. Иди нахуй. Маленечко осталось. Да, а лестницу ту эту самую что-то давно ремонтировали. Вся разбитая какая-то внизу. Она получше выглядела. И вот здесь она что-то. А? Здорово, человек, ты кто? Ага, я понял. Разберемся. Ох, блин, как мы высоко-то уже, а? Мы высоко уже. Уже снег появляется кое-где. О, еще один. Снежный волк. Это плохо, да? Да, это плохо. Это очень плохо. Это нехорошо. Он меня раз-два убил. Это плохо. Возьми пока этот пламя. Сожгем нахрен. Ну, а где ты? Покажись. Ох, блин, ты вообще не умираешь. Ты это вообще не умираешь, получается, да? О, блин, встретили собачку. Собачку встретили. Ладно, окей, сейчас попробуем. Ой, здрасте. Так, попробуем на Z нажимать. Где ты? Вот она. Так, все, отошли. Нажать на Z это правильно, но... Надо еще не забыть. Еще постучать по ней еще. А огонь с искрами это вообще бред просто. Иди нахрен. Сказано, иди нахрен. Да поднимись ты. Сейчас вылечимся, окей? Собачья. А как быстро все лечится. Так, возьми меч. Сейчас разберемся. Так, быстрое лечение. Так, сохранились. А вот, прыгать будешь сегодня? С
Собачон. Все, били. На, шкура снежного волка возьмем. Так, теперь давай вот, ну, магию, наверное. Да? Не, два здоровья лучше. Лучше здоровье. Класс брони, легкой брони увеличивается на 20%. Так, все, увеличили. Ну-ка, как теперь она выглядит? Одежда. Ой. Это, если честно, это тяжелая броня. Конкретно это тяжелая. Я, наверное, сейчас тупанул, да? Нам тяжелую нужно смотреть. Тяжелую. Так, а где эта самая тяжелая находится? Скрытность, взлом, карманные, красноречие, алхимия, иллюзия, колдовство, разрушение, восстановление, изменения, зачарование, кузнечное. Не-не, вот это вот меня интересует. Так, нет, это не интересно что-то. Я понятия не имею, что такое зачарование. Так, тяжелая броня, окей. Класс тяжелой брони увеличивается на 20%. Окей, на, держи. Окей, и на чё, как там у нас увеличилось? Предметы. Одежда. 41 стало. Нормуль. Мне уже нравится. На 20% броня увеличилась. Но нам еще далеко идти нужно. Блин, пойдем, дойдем как-нибудь. Обычно все монастыри высоко в горах находятся. Да и сама стрелочка нам туда указывает. Так что пошли помаленечку. Помаленечку дойдем. Не-не, пойдем по-нормальному. Видите? Миски есть. Точно мы идем правильно. Мы в монастырь идем, а не это. На курорт. Так, стопы. А, все правильно. Просто такой вот перевал. Ну, переход. Вот только мы почему-то все дальше и дальше уходим. Куда мы идем вообще?
Давайте разворачивайтесь уже наверх. Только не говорите, что мы сейчас вниз пойдем. Лично мне вниз не нужно, мне наверх нужно. Так, пойду, короче. Сам пойду. О, лесенка. Лесенку мы где-то пропустили там. Так, сохранились. Это черно там у нас там зарожа. Так, возьми это. По-другому я не могу пройти, да, получается? Дотянулся. Нормально, да, дотянулся. Да, более-менее дошли. Ну, горилла, иди сюда. Ледяной тролль. Ой! Тихо. Так, идем дальше идем. Я с простыми троллями не могу. А с ледяными еще воевать. Ну, мы, наверное, почти пришли, да? Должны уже прийти. Почти пришли уже. Ой, здрасте. Я убегу лучше. Ой, преследуют меня. Рожа это. Ой. Так, понятно. Обезьяна, горилла. Так, побежали лучше дальше. Может, где-нибудь нормально, лучше место найдем. Для битвы. В теории на нем можно очень много навыков набить. Горилла. Я тебя вижу. Сюда иди. Вот горилла нехорошая. Ой, дотянулся. Так, я дальше побежал лучше. Нам еще бежать, добежать еще нужно. Да, за нами пошел. За нами. Так, идем. Холодно, я в курсе. Ай. Так, мы уже на другую сторону с этого вышли. Я уже вижу ветреный пик на G2, да? И пипец, как высоко уже.
Ох, блин, какой большой, большая серия будет, да? Вон он, ветреный пик. Ветреный пик, вот мы там, вон он, вон он. Мы его уже давным-давно уже перешли уже. О, наверное, дошли уже, да? Дошли вроде. Этот продолжает движение. Че это он? Высокий Хродгар. Да-да, вроде... Да, нам сюда, нам сюда нужно. Нам сюда. Ох, блин, какая большая серия у нас получилась, да? На путешествие. Давайте сейчас убедимся, что мы правильно пришли. Нашли ты мы можете правильно, а вот... Херотень это за нами пришла. Нет, она что-то не дошла, он до нас что-то. На переломе эпох в мире появился я. Я в курсе. Ты называешь меня, да, что это значит? Дай нам оценить твой голос. А, ну окей, на Z давай. Спасибо. Ну и что тут, что за херня тут происходит? Мне король сказал, что сказали, что вы при... Что мне сказали, что сюда прийти нужно, что вы скажете мне, что дальше делать. Хотя давайте вот что сделаем. Вот на Escape нажмем. И с ним поговорим уже в следующей серии. Все. Сейчас давайте закончим. В следующей серии мы уже будем с ним разговаривать. Ага, давайте закончим на этом. Серия и так большая, 1,5 часа больше. О, как много народу собралось. Окей, все, давайте закончим. Большое путешествие до монастыря закончилось, а мы сейчас закончим тоже. С вами был Виктор, всем пока.